Так, утро пораньше. Живца сейчас ловим. Местный поводвичку. Вот мелкая. На окуня. Крупнее бы, конечно, живца. А что сделаешь? Попался покрупнее живец. Пойду сейчас перенасажу. Конечно, не прям, чтобы... Но живечек. Значит, одну поставили. Через одну будем сейчас ставить. Покажу нюансы установки жерлицы. Первый нюанс. Нужно проверять это ошибки. Двигается у нас вот так вот флажок или нет. Вот, тянем, флажок выстрелит. Это нужно проверить. О, как. Так, карасище, похоже, здесь у нас сидит крупный. Наверное. Так, еще один вариант. Здесь у меня установлен стопор и грузик. И вот где-то в районе метра. Но в начале, прежде чем стопор вот этот поднимать, нужно глубину отмерить. До конца стопор сдвигаем до поводка. Иначе мы глубину неправильно поставим. Тоже нюанс, ошибка. Так, есть. Дальше сейчас пойдем еще ловить. Так, первая сработка. Щелкнул. Мотать не стало. Первая сработка. Фух, ждем. Есть. Не знаю, чего. Но что-то есть. Ой, упираться немного. Непривычно. Эх, сошла, падла. Хорошая была. Опять та же самая жерлица работала. Хорошая, походу, щучка. Есть. Надеюсь, что мел. Дергаться. Вот она, первая шнурочек. Есть. Вот. Первый шнурок. Я знал, что
Здесь явно, наверное, какая-то тропа. Сейчас будем ставить, переставлять жерлицы вон те вон. Что если она один раз клюнула, значит второй раз клюнет. Второй раз мотает, его сейчас буду брать. Опять мелкая. А может быть чуть покрупнее. Такая же. Стандарт. Живца. Отдай. Опа. Так, глубина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Вот. Жупца того же самого. Еще даже лучше, наверное, будет. Вот крупнее чуть-чуть. Чуть-чуть покрупнее. Ну, это стандарт здесь. Это уже считается. Где-то звенит. Где-то колокольчик звенит. Прокручивать похоже. Где-то колокольчик звенит. Прокручивать, наверное, катушку. На мертвую жильца, мне кажется, поудобнее клюет. Так, вторая. Сейчас поставим. Переставим еще одну. Поклевка. Собираюсь. Сейчас посмотрим, что-то сильный удар был. Заклинившая катушка-то, походу, стоит. Резинки эти
горки все. Угарчик был. И нет, не крутит. Значит, выплюнул. Вот с китайской катушки клинит. Может, сейчас начнет на пятеру, на семеру. Мамка. Как потянет. Карасика, отпустим карасика. Так. Отпускаем карася. Все равно приятно. Перед уходом поклевочку увидеть. Так. Не крутит. Бросила, значит, она.